Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественной, но в то же время не сильно дорогой колеблющейся блесне от компании Sprout. Моделька называется Gurano. Данная блесна поставляется в такой вот упаковке. Упаковка довольно-таки качественная у компании Sprout. Выглядит таким вот образом она. Ну, для меня, по крайней мере, упаковка это вторично. Для меня важно качество самой именно приманки. Характеристики данной блесны. Длина ее составляет 40 мм и вес 5,7 грамм. Расцветка в данном случае ТСР. Блесна находится в таком вот боксе, выштампованном под непосредственно саму блесну. И здесь у нас имеется выштамповка под дополнительный одинарный крючок для данной блесны. Расцветка в данном случае Toxic Silver Red называется у нас. Выглядит она таким вот образом. Имеет головную часть кислотно-желто-зеленого окраса, среднюю часть просто серебристую и хвостовую часть ярко-оранжевого цвета. Внутренняя часть блесны просто имеет серебристый оттенок. Также на внутренней части блесны имеется, к сожалению, на камеру, наверное, будет не видно, выштамповка, название бренда, соответственно, Sprout. Блесна у нас оснащена двумя заводными кольцами. Заводные кольца довольно-таки крепкие, из толстой проволоки. Изначально блесенка оснащена тройным крючком от японской фирмы Owner, который имеет вот такое вот оперение. Крючок очень качественный, из довольно-таки толстой проволоки. Ну, имеется в виду в меру толстой проволоки. Бывают очень тонкие крючки, которые сильно разгибаются, ну и так далее. Здесь же крючок отличный. Также дополнительно в коробочке с блесной имеется такой вот одинарный крючок, тоже от фирмы Owner. Данный крючок имеет довольно-таки широкое ушко, тоже выполнен из вполне толстой проволоки крепкой. Жало загнуто вовнутрь, и также крючок оснащен у нас бородочкой. Могут кому, допустим, или в определенных условиях, или кому больше нравятся, допустим, одинарные крючки для большей проходимости, можно сразу же переоснастить данную блесну. Блесенка имеет довольно хорошие полетные характеристики. После приводнения довольно-таки эффектное осыпание имеет данная блесна. На равномерной проводке имеет среднеамплитудную игру. Не сильно блесна активная, отлично работает на медленной скорости проводки. Держит медленное течение и среднеумеренное. На быстром течении я ее не проверял. Ну, я думаю, довольно-таки широкая блесна, для быстрого течения она абсолютно не подойдет. Отлично данная блесенка подойдет для ловли среднекрупного окуня, крупного, ну, в меру крупного белого хищника и, конечно же, некрупной щуки. Блесна изготовлена очень качественно. Приобрести данную блесну можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем, кому данный видеообзор был в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До свидания.